На перекрестке двух разных искусств самарские фотографы и художники представили зрителю более сотни портретов. Все они в разной технике, но объединяют работы одно. Эти лица надолго остаются в памяти. Мы ездили с компанией на Ямал, жили в чумах у оленеводов и несколько дней общались с семьей, смотрели, как они живут, фотографировали быт. Мне очень понравился вот один из пожилых членов семьи, его звали Василий Иванович, великолепный очень совершенно человек, который обладал фантастическими способностями делать своими руками сани, то есть какие-то изделия из дерева. Ну просто фантастика, заглядение было. И мне очень хотелось как-то его запечатлеть. Выставка «Перекрестки» объединила 60 картин и 47 фотографий. Извечный спор художников, кто точнее может передать характер, эмоции, уникальный колорит и душу человека. Здесь каждый зритель решает для себя сам. Авторы уверены, что если их работы и дополняют друг друга, то все же это два совершенно разных вида искусства. Художник, когда пишет портрет, он все-таки основывается на своих мыслях, а не фотографии. Фотографии там немножко, там свои особенности есть, там есть перспектива фотографическая, вот она немножко другая, а не художественная. Потом цветовоздушная перспектива, там совершенно другая. То обычно художники-любители рисуют там, с фотопортрета и считают, что чем они тоньше нарисовали глазки и реснички, тем это очень более похоже, что ли. Но ведь художник пишет не только образ чисто внешний, он еще и внутреннее состояние. Есть очень много всяких приемов, которые передают движение души. Экспозицию организовали Союз художников и фотообъединение при Самарском союзе журналистов. Это совместное творчество, это союз, творческий союз художников и фотографов. Он нас обогащает, этот проект, он дает нам новые впечатления. Он обогащает наших зрителей, посетителей выставки, которые приходят посмотреть и фотографию, и художественные произведения. Экспозицию можно увидеть в выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России на Молодогвардейской 209 до 10 июня с понедельника по субботу. Вход свободный. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.